Сумма взятки оказалась настолько большая, что деньги злоумышленники переносили в мешках. Свыше 100 миллионов рублей предназначались для покупки двух земельных участков в Краснодарском крае, в том числе в природоохранной зоне Черноморского побережья. Общая сумма 101 миллион незаконных денежных вознаграждений. Это природоохранная зона, традиционный вывод земли, не обоснованы ничем в нарушении действующего законодательства. Два земельных участка площадью 1,3 гектара злоумышленники, используя коррупционные связи в администрации Туапсинского района края, выставили на конкурсные торги и оформили собственность подконтрольной организации. На заключительном этапе сделки подозреваемые были задержаны. По месту их жительства сотрудники милиции обнаружили документы, подтверждающие причастность фигурантов к незаконному выводу земель. Чиновники администрации длительное время Туапсинского района выдвигали требования и предлагали систему и схему вывода не только этих земельных участков, но и других. Я думаю, что в рамках расследуемого уголовного дела эти все факты будут оценены. Всего задержаны три участника незаконной сделки. Двое – представители этнической преступной группы и один из чиновников районной администрации. В отношении ряда других госслужащих Туапсинского района расследование будет продолжено. Сергей Поляков, Инфокс.